Привет, привет, мои хорошие. Прямо из Темюра, Башкамарка, из Темюра, мама Гюрмюра. Мы с семьей приехали из Зулечка, Приехали в магазин Эбби Бейк. Хотим прикупить для деток всякого-всякой мелочи. Бумарка Бембельмюра. Еще подгузники какие-нибудь, кроме вот этих вот памперсов, к которым мы привыкли, пока ничего не нахожу. Здесь тоже мало. Bunu diyordu Musa. Bu örtüsü. Bu bez değil ki. Bak şunlar var. Bak bak şunlar var bak. Ну это уже сколько человек потрогало. И вот это труселя. Сейчас я вам переверну камеру. Поснимаю чуть-чуть вам в магазине, цены покажу. Там были такие красивые комбинезоны в начале, всего лишь по 100 лир. Вот скидочная цена 60 лир. Вот такой сейчас комбинезончик. Это просто супер. За 60 лир я могла один свитерочек купить. Такой же 60 лир. Костюмчик для девочки. $50 всего. Цвет мне не нравится. Для девочки. Или это для мальчика? Для мальчика же не может быть вот такое? Или может? Здесь уже не поймешь. Так, штанишки. Ой, каких только штанишек здесь нету. 30 лир, вот две штуки. По 15 лир. Копейки. 30 лир, две штуки. Любого цвета. Так, посмотрим. Пижамки. 35 лир. Штанишки, кофточка. Так, что у нас тут? Здесь моя корзина. Здесь Зуля с моими детками. Что там? Уложи. Сатылык, да, мэс? Положил ребенка на шмотки. Так, что у нас тут есть? Посмотрим. Шлёник. 16 лир. Честно сказать, вот такую вещь я не понимаю, со слоником на попе. Моей принцессе носочки нужны. У нее ножки выросли уже. Вот это ей должно подойти. 5 лир всего лишь. 4 пары носочек. Сейчас посмотрю, что еще здесь есть интересное. Конечно, качество одежды несравнимо с тем, что у нас в детских мирах. 39-40 лир. 40 лир это 360-640 рублей. Нет, 260, 520 рублей. 120 рублей всего лишь. Вот такой комбез. 70 лир. Так-с. Одежды. Пусик для самых масеньких. Бубосикины. Когда-то для моих вот это все было парашютами. 30 лир, две пары. Все по два. Что случилось, мамина?
Что случилось? Что такое? Сычак, я. А теперь раз. Столько всякой красоты, у меня глаза разбегаются, все хочется. Это для новорожденных, прям только-только родившихся. 45 лир, вот это вот весь наборчик. Все хватаешь, все хочется, тоже 45 лир. Красота просто. Чего только нет, вот такой огромный-огромный магазин, все хочу. Единственное, чепчиков нет почему-то в Турции. Вот я заметила, у них все вот такие вот шапочки. Например, моему сыну вот такие шапочки вообще не подходят. У нас есть пару штук, но не подходят они. Кстати, 5 лир цена этих шапочек. 30 лир, вот наборчик. Штанишки. Очень качественные, очень прям приятные все. Здесь еще шапочка. Смотрите, все яркое, какое красивое. Все, я, по-моему, житель этого магазина навсегда. Он есть в интернете тоже. В интернете, ну, можно будет это все посмотреть и приобрести. Просто хотелось сперва воочию посмотреть. Ой, киськи такие, киськи. 15 киськи. Приехали мы в торговый центр «Оптимум», он напротив этого детского магазина. Поднимаемся. Тут еще новогодняя тема. Опля! Наш папа с коляской. Это Рафаги Диджейс, огромный торговый центр. Тут... Так. Samsung? Мери. А. Господи, столько народу. В этой стороне, честно сказать, я сама и не была. Я раньше без мужа сюда приезжала. С парковки подниматься не приходилось. А сейчас с парковки поднялись вообще в другой стороне этого торгового центра. Ну, турецкие детки, как всегда, капризничают. Народу очень много. Сейчас здесь надо посмотреть мужу что-нибудь. Ель буре. Бурда бакрыл. Я такая вышла из очередного магазина и ищу, где же Зуля? Ну где же она может быть? Вот она. Магазин косметики Флормар. Где быть нашей Зулечке? Дома целый ящик. Даже чемодан, можно сказать, косметики. Она все равно... О, 70% скидки. Ну да-да. Так, с мужа пока ничего не нашли. Вот он, бедный, ходит. Да-да-да. Нереги диджейс? Не тарафа? Народу. Очень много. На коньках катаются деточки. Там родители ждут. Мои спят. Скоро надо будет где им присесть, чтобы их покормить. Да. Нормальных магазинов пока я здесь не увидела с мужской одеждой. Сейчас пойдем дальше, может, найдем. Идем дальше. Сейчас хорошие скидки на многие вещи. Почти во всех магазинах есть скидки. О, смотрите, какие люстры. Я Зулечку опять потеряла. Там машина, что интересно делает. Так. Тамам гиделим. Бурда давары.
Потихонечку пришли в другую часть торгового центра. Здесь уже вот такое вот игровое место для детей. Вот они там сидят, конструкторы, по-моему, собирают лего. Магазинов очень много. Зара, Бершка, Мавик, Ализоны, Катон. Чего только нет, но то, что хочет мой муж, он хочет именно свитера, закрывающие горло. Такие мы не находим. Почему? Потому что в Измире такого прям холода не бывает, поэтому такого выбора на таких свитера тоже нет. Куда делся он сейчас? Зуля осталась где-то позади. Мужа тоже потеряла. Я надеюсь, что он сюда зашел. А, этот магазин с этой машиной. Я вам здесь уже раньше снимала в каком-то сезоне. Хорошие скидки здесь. Зашла в торговом центре в комнату мамы и ребенка. Зулечка, ты все равно попадаешь в кадр, потому что в зеркало. Вот такая вот огромная комната, посмотрите. Вот три места, чтобы поменять подгузники. И здесь вот четыре комнатки, чтобы кормить лялюсиков. Очень аккуратно, мне понравилось. Здесь внутри кресло. Я своих уже переодела, покормила. Но моя коляска сюда не въехала, потому что у меня же двойная колясочка, не въехала. А так одинарная коляска спокойно въезжает. А вот и Ми. Я купила себе все-таки два свитерочка. В Мави не сдержалась, не могла выбрать между первым и вторым. Купила оба, как у нас у девочек бывает. Зуля тоже сказала, что оба подходят. Да, Зюлечка? Дю-дю. Итак, почти 9 вечера, мы все еще в торговом центре. Наконец-то мы нашли мужу свитеры. С горем пополам в Мави отыскали. Там же я купила себе два свитерочка. Короче, день сегодня прошел удачно, продуктивно. Идем сейчас перекусить, как принято в Турции. Если ты вышел в торговый центр, то обязательно нужно подняться на последний этаж и перекусить. В какую сторону ушел мой муж? Так, надо искать. Наверное, говорила, там. Что мы его потеряли. Вон он. Детей накормили мы в комнате мамы и ребенка. Очень удобно, кстати. Есть такой магазин детских игрушек. Вообще последний этаж, по-моему, в основном детские магазины. Так, закрываюсь пока. Ну, конечно же, куда без вредной еды? Сегодня решили поесть бургеры вредности. Я буду пить чай, Нести чай, я колу не пью. Всем приятного аппетита, кто за столом. Ну и нам, конечно же.